Представляем ТА-20. Еще один компактный цифровой термометр для дома и офиса из линейки продуктов компании «Вилиман». Его отличает простота в использовании, минимальный набор необходимых измерений. Впрочем, важным достоинством является то, что он имеет выносной проводной сенсор. В отличие от устройств с беспроводными сенсорами, это не сильно влияет на цену устройства, зато также позволяет измерять одним прибором температуру внутри и вне помещения. Длина провода 180 см, вполне это допускает. Итак, ТА-20. Каковы его технические параметры? Отображает результат измерения как в градусах Цельсия, так и Фаренгейта. Кнопка для выбора шкалы находится на передней панели. По Цельсию пределы измерений составляют от минус 10 до 50 градусов с разрешением в 0,1 градуса для внутреннего датчика и от минус 50 до 70 градусов для внешнего. Как мы видим, диапазон, особенно для внешнего датчика, достаточно широкий, поэтому прибор вполне подойдет не только для измерения уличной температуры, но и для контроля температур, например, внутри какого-либо замкнутого пространства, корпуса устройства. А мне, скажем, сразу приходит в голову инкубатор для цыплят или теплица. Для этих целей ценна еще одна функция – звуковой сигнал достижения определенной температуры. Это некий аналог будильника, только звуковой сигнал подается не при достижении определенного времени, а достижении заданной температуры. Задается эта температура кнопкой Alert Set. Звуковой сигнал будет подаваться каждые 30 секунд, пока температура будет выше заданной. Оставшиеся две кнопки отвечают за отображение максимальной и минимальной измеренных температур, которые хранятся в памяти. Это кнопка Max-Min и общий сброс, кнопка Reset, при нажатии которой обнуляются сохраненные значения температур и заданные значения для подачи сигнала. Цифры вполне читаемые, высота 12 мм. Питание от одной батарейки 3А. Может крепиться на стену или устанавливаться на откидной подставке. Итак, ТА-20 – удобный цифровой термометр для дома и для проведения несложного мониторинга температуры.